Девчонки, здравствуйте! Я сегодня немножечко хочу вам рассказать, как я относила свое предыдущее покрытие, свой последний дизайн. Здесь у меня зеленый вот такой вот гель-лак от Вена Лиза. Вот такой оттеночек на ноготочках 1054. Также на него, на липкий слой, я наносила втирку блестящую зеленую хамелеон от Born Pretty и покрывала втирку двумя слоями топа Blue Sky. Как видите, ноготочки мои отросли. Сейчас можно, конечно, с ними еще походить, но я хочу сменить дизайн, сменить покрытие, поэтому сегодня снимаю это видео. Как видите, нигде на торцах, нигде ничего у меня не затерлось, не слезло. Как я запиливала, как запечатывала, так все и относилось. Единственное, что я сделала, я дома, когда обрабатывала мясо, резала, немножечко срезала вот здесь вот покрытие сверху. Как видите, оно снялось вместе с втиркой, вот здесь кусочек, но после этого уже прошло 2 дня, и дальше у меня ничего не отходит, все держится просто прекрасно. Ссылочки на эти гель-лаки, на эту втирочку я оставлю вам в описании под видео. Значит, нанесены у меня на ноготках база в 2 тонких слоя, затем под покрытие, под втирку я наносила гель-лак 1 слой. На просто ноготочки, где нет втирочки, наносила гель-лак в 2 слоя. Затем покрывала втирку 2 слоями тонкими топа от Blue Sky, которые ранее я вам показала. И цветное покрытие просто в 1 слой. Нигде нет ни трещин, ни сколов. Ничего, идеально просто относилось это покрытие, поэтому я осталась довольна, решила вам сегодня об этом рассказать. Сейчас буду спиливать и делать новый дизайн, и следующее видео на канале выйдет уже с новым дизайном, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход этого видео. Если вам понравился мой такой вот отзыв о втирке и гель-лаке Вена Лиза, ставьте пальчик вверх. И на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока!